Это все, что осталось от сестринской комнаты, расположенной на первом этаже Центра травматологии и ортопедии. Именно здесь и вспыхнул пожар. Полностью выгорела мебель и бытовая техника. Возгорание произошло в ночь на 26 февраля. Его заметил ночной сторож. При помощи спасательных колпаков и носилок пожарные и медработники спасали пациентов травматологического центра. Работа поликлиники сейчас остановлена, потому что как бы сейчас ведутся там мероприятия по установлению, причин пожара и все такое, и там восстановительные мероприятия. Все пациенты в полном составе, уже в 00:05 уже были эвакуированы полностью. В настоящее время пациенты размещены в основном отделении клиники. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщают, что на ликвидацию возгорания потребовались считанные минуты. В помещении сестринской происходило горение мебели, вещей, оконного блока и бытовой техники. При помощи спасательных колпаков и носилок спасено 22 больных и эвакуировано 3 медперсонала. Пожар был ликвидирован в 12:16 ночи. Спасенные были размещены в основном отделении центра. Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стали электроприборы, которые остались включены на всю ночь. В ликвидации пожара принимали участие 52 человека личного состава противопожарной службы и 11 единиц техники. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.